Всем привет из осеннего леса. Это август месяц, 20-е. Прошли небольшие дожди, и у нас в Кузбассе поперли грибы. Грибы, которых очень много, обильно растут, но мало кто их знает. Это очень хорошие вкусные грибы. Они называются паутинник триумфальный или паутинник желтый. Вот я вам показываю. Эти грибы, паутинники, это съедобные и самые вкусные грибы из класса паутинников. Они пошли обильно. Ближе сейчас показываем этот гриб. Паутинник триумфальный. Чем отличается от других паутинников? Тем, что внизу в слое, под шляпочном слое, у молодого гриба так называемая паутинка. Гриб желтый, охряно-желтый, склизкий. Идет абсолютно во все виды обработки. Жарко, варка, и особенно вкусен он в засоле. Он не меняет свой цвет и хрустящий, как грусть. Но по вкусу я их предпочитаю лучше, чем грузди. А чем еще отличен? Тем, что на ножке вот такие вот чешуечки. Ножка клубневидная, утолщенная, идет тоже в пищу. В соленом виде это самый вкусный гриб. Собирайте и не бойтесь. Это паутинник триумфальный или желтый. Очень вкусный гриб, мясистый. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.